Друзья, всем привет! Я начинаю новый влог. У нас сегодня 3 января. Я сегодня целый день убираюсь, разобрала косметику, собрала заказики. У меня уже со 2 числа заказики приходили. Почта у нас открылась 3, поэтому я уже отправляла заказы. Я сейчас монтирую предновогодний влог, уже смонтировала. Наверное, не показывала. В общем, такая ватрушка, но я была в белом и не испачкалась. То есть от Сережи так хорошо ее отмыл. В общем, у меня опять отвалилась одна штучка. Я боюсь уже залезать наверх. Но нужно будет обратно прикрепить. И когда уберусь в кухне, сейчас все намою, буду пылесосить вот здесь. Сережа до сих пор делает ремонт. А я убираюсь на кухне. Сейчас поставлю стирать. И хочу вам показать, что я сейчас делаю. Так, мне надо... Здесь у меня я уже собираю то, что мы не будем использовать. Вот эти штучки мне не понадобятся, но я их оставлю на стол. И я тут немножко замочила вот эти вот штучки, потому что они были слишком черные. В том году я этого сделать не успела, поэтому делаю это. У меня тут вода сейчас, как всегда. Сейчас все отмою, покажу, что у меня тут получилось. От порошка стало кашлять. В общем, тут отмываю. Мотивация вам на уборку немножко. Тут нужно еще тоже отмыть. Вот, готовили плиту. На плите. И что еще хотела сказать. Еще сегодня буду составлять меню на 6 число. И поедем вместе с вами в этом влоге. У нас будет мотивация на уборку. И в этом влоге, наверное, мы поедем с вами в Ашан, в Мегу закупаться. Хочу сделать рыбный день. У нас будет 6 рыбный день. Но пока что буду все отмывать. Попозже к вам вернусь. Ну, сегодня 5 января. Мы завтракаем. Нарезали все для бургера и ждем, пока сделается мяско. Взяли вот такой вот из Икеи. Здесь у нас вчерашнюю картошечку нужно доесть. Из соусов вот такой. И кетчуп еще будет. Сейчас будем делать бургера. Попробовал Сережа вот такую штучку, ему она не понравилась. Под закуску нормально, сказал. А на завтраке не очень. Так что мы сейчас будем завтракать. А еще я вот такой чай обожаю. Он прям на весь дом малинкой пахнет. Лимончик положил? Да, все, хватит его превращать. Тут варю на оливье, решили завтра все-таки праздновать. В 7 будем собираться, но перед этим пойдем гулять. Я на оливье варю, захотелось опять оливье. Морковь еле-еле отмыла. Сейчас сварится и поедем в Ашан. Вместе с вами поедем. Так, то есть у нас сегодня получается... А, у нас сегодня 5, и влог будет за, получается, 5 и 6 число. Я, в общем, сейчас буду краситься. Я убралась в зале. Сейчас вам покажу, что там в зале у нас теперь. Я пока тут стояла, умывалась, поняла, что я хочу поехать ленту к нам сюда, на Ореховскую. Потому что если ехать сейчас в Мегу, во-первых, это на дорогу столько времени уйдет туда и обратно. Мы еще к бабуле сейчас поедем моей, поэтому я решила, что лучше съездить к нам туда. Сейчас буду красить. Девочки, хотела по поводу пенки сказать. Вот эта пенка... Нам сказали, экспресс она вернулась, потому что ее фотографировали, она была вскрытая. Вскрытая там возвращают, когда товар поставляли. В общем, она очень круто осветляет кожу. Краснота пропадает. Но на камере почему-то краснота все равно осталась. Еще я когда голову помою, мажу на ночь вот такой вот сывороткой Ладор для волос. У нее запах просто как у духов. И когда мою, мажу, ложусь спать, аромат прямо от волос очень крутой. Блин, я как-то низко камеру поставила, мне теперь неудобно с вами разговаривать. На зиму вот такой очень крутой супер увлажняющий крем. Я уже не первый раз вам рассказывала про него. В общем, будем вместе с вами красить сейчас.
Мы приехали в Ленту, стали закупаться, а там полки пустые. Как вы думаете, куда мы едем? Мы едем в Ашан, в Мегу. Сейчас приедем, будем там набирать. В общем, мы все оставили и пошли в машину, потому что там вообще нечего брать. Еще меня не видно. Так что... Да, выключи музыку. Что? Музыку выключи. Так что, короче, после Нового года там все опустошилось. Вот мы взяли только рыбку, и то мы ее оставили. А в Ашане, я думаю, сейчас что-нибудь найдем. Даже хлопушки там паршивые какие-то остались. Новогодние там все разгребли, там уже... Что кричишь-то? А потому что не слышно, это дует. Новогодние там все разгребли, там уже осталось там прям одна полочка, представляете? Так что едем в Ашан. Вот, берем рис, будем суши-салат делать. А, смотри, так. А вот еще один. А, их удобней даже. Сколько? Одну. Со вкусом васаби. Вот, вообще очень вкусно получится. А сколько их штук-то там? Есть? Да, да. Целая банка 47 рублей. Берем вот этот. Мы берем авокадо. Еще здесь есть по акции вот такие. 149 они стоят. В общем, уже пришли домой. Там было так много народу, что снимать было некогда. Я вам сейчас покажу, что мы купили. Я тут уселась на полу. Мяту взяла себе. В общем, мы решили еще один салат сделать. А, суши, который салат. Родители ни разу не пробовали, да и нам он тоже заходит. Я сейчас чай буду с мятой пить. И взяли, смотрите, вот такая вот рыба была, типа, немножко копченая. Три упаковочки взяли как раз на салатик. Это Сережа взял себе на утро 7 числа. По акции забрали вот такую вот гирлянду. Сейчас Зая мне повесит, я не буду больше лазить. Нашли там вот такие вот соусы, крылышки терияки. По 19 рублей набрали опять много-много хлопушек. Так. Стертый сыр, потому что у меня пропадают грибы. Нужно их сделать. Так, хлопушечки. Вот такая хлопушечка. Это что такое? А, это Сережин пивасик. Он себе вот такой взял. Я в них ничего не понимаю, потому что я пью только сладкие пиво. Рыбка вот такая вот, я ему взяла, но мне она не понравилась, кстати говоря. Сейчас надо ему налить. Рис сейчас поставлю варить для суши. Так, хлопушки сейчас верну обратно и отнесу их туда, в зал. На оливье колбасочка. Сейчас будем готовить два салата и суп. Еще вот такой вот соус, крылышки медово-горчичные. Так. Майонез был тоже. Кстати, в Ашане вот и без акции все дешевле, чем в Ленте было типа того по акциям. Так что я на полу, мне удобно. Так что выгодно в Ленте. Взяли вот немного креветок, нам нужно как раз. Всего лишь на 200 рублей. На. Рыбу вон. Так, далее. Хлебушек. Сейчас мы его переложим. Может, порежем и сразу? Да. Нет, если мы его уберем во что-то, он не засохнет. Еще хлопушки. А в Ленте была 56 рублей одна хлопушка, а там по 19. Творожный сыр мне пригодится на закуске. Молочко прям ашановское. Прям ашановское. Икра. Нарезка у нас будет вот такая вот колбаска завтра московская. Еще хлопушечки. Хлопушечки. Да, еще хлопушечки. Что ты делаешь? Ничего. И что ты ничего не делаешь? Еще хлопушечки. Это у нас васаби. Смотрите, за 47 рублей целая банка. Камер хорошо. Сначала суп поставим. Сейчас я там намою. Авокадо. Это нам нужно будет для закуски. Багет. Хочу тоже его сейчас нарезать сразу, чтобы завтра сделать бутерброды. Классно. Я, значит, Зайк взяла перчик красный для того, чтобы сделать нарезку овощную. А огурца с помидорами не купили.
Иди сюда, Дед Мороз. Ну, блин. Еще хлопушки. Соевый соус. Это у нас под салат. Я завтра буду салат есть. И еще в духовке с картошечкой. Картошечка будет пюре. Сейчас достану. А мясо мы решили взять вот такое вот. Оно идет в сливочном соусе. Лопатка, кстати, это зайний карбонат. Лопатка. В пряный сливочный. А пряный это острый соус? Пряно. Пряно в сливочном соусе. И последний пакет это капусточка и картошка. Сейчас покажу, еще я в холодильнике разобралась. Где я что-то взяла? Вот, мясо-то. Пряный соус-то. Ой, ты переодел все. Пряный сливочный соус. Но мне кажется, на. Ничего не будет пряно. Покажи все. Я сегодня ушла убираться, Зайк. Ну. И прихожу уже через полчаса, у меня холодильник открыт. Класс. А папа, ты на меня ругаешь? Да. Я в магазине примерила, ему так хорошо. Он завтра будет моим личным Дед Морозом. Только на один день. Почему? Ты не снимай. Почему? Ой, а я не снимала с какого-то момента. Мне почему-то она перестает снимать. И, в общем, я говорила, что я хочу... Зай. Я хочу такие белые волосы. Я хочу такую бороду. Блин, прикольно, тебе так белая борода, хорошо. Седой будешь красивый. А что там за подкладка, которая мешает? Ее надо разрезать побольше, у тебя рот не умещается. Скажи хо-хо-хо, ребятишки. Скажи хо-хо-хо, ребятишки. Не скажу. Пока что. Кстати, вот рот можем разрезать побольше. Да, я тебе-то и говорю. Можно разрезать побольше рот. В общем, пойду показывать. Про холодильник-то я вам не показала. Надо морковь запомнить. Да. Сейчас я запомню морковь. Так, еще у нас завтра будет скумбрия. Грибочки маленькие. Грибочки, вот, которые мне нужно сделать начинку. Это с Нового года они тут лежат у меня. А, огурчики есть. Есть и в большой банке, есть и в маленькой банке. В общем, а еще бутерброды со шпротами будут. И соусов у нас есть два соевых маленьких и два чесночных соуса. Все, сейчас будем готовить. Соевые мы брали, да.